Иви Фрай. Какие вести? Куда ты шли? Я смотрю, успехи поубавилось. Банда. Что? Потому что вы банда. Что, порешай там мусорил, можно? Вот файно. Порешали ментю. Oh, no, I didn't need to. Someone's kicked the bucket. Oh, this was brown bread. My children to feed. По сюжету. Хаммерлайн, привет. Что случилось? Ваш брат. Что на этот раз? Газеты трубят об убийстве Топенни, и это еще не все. Кто-то украл клише для печати денег. Это тоже был Джейкоб? Сомневаюсь. Теперь банку не доверяют. И английскому фунту. Будет инфляция, бунты. Производство, конечно же, перекочует в Америку. Если вкратце, Британия обречена. Джейкоб. Вот теперь ты и правда влип. А если я верну клише обратно в банк? Ну, это поможет. Это подвергнет сомнению все слухи об убийстве Топенни и восстановит веру в экономику. Решено. Я спасу Британию. Да, и если вас не затруднит, не могли бы вы уничтожить все фальшивые купюры, которые вам попадутся? Конечно. Звать. Я рад, что вы решили помочь. Идемте. Неподалеку платят фальшивками. Ну, скажем так, фальшивками. С такими клише невозможно отличить поддельные фунты от настоящих. Мистер Эберлайн. Если это всплывет, я уже говорил. Люди перестанут доверять деньгам. Бунты уже начались. Мистер Эберлайн. Вперед. Чертов. Но я верю в вас, мисс Фрай. Блин, меня карета сбивает. Улицу не могу спокойно перейти. Так. Где этот красивый монетчик? Вижу проводу. Да, мы его выследим. Здесь он нас не заметит. Вы двое, за мной. Не хочу, чтобы меня ограбили по пути. Да, вот кто мне нужен. Сейчас его ограблю. Ты слышал о банковском бунте? Пусть бунтуют сколько угодно. Мы не вернем клише. Ну и что это даст? У него все равно нет настоящих денег. У нас есть клише. Все деньги настоящие. Слыхал эти крики? Похоже, что весь Лондон бунтует. А мы тут при чем? Господи, Джейкоб ведь поставил под угрозу всю экономику. Отец был прав. Он вечно спешит. И не думает. Куда, сэр? Домой, пожалуй. Успокой свою совесть. Я не причастен к смерти Топенни. Я просто воспользовался удачной случайностью. Если наведается Скотланд-Ярд. Ну давайте, вот слишком близко, слишком далеко. За это я удвою тебе жалование. Ой, тебе говорят. Who let you loose on the road? Что ты сказал? Ничего, сэр. Ну, тихо. No more confusion. Henceforth you'll be done right.
first time. I don't know what came over me, sir. It's out of my hands. Будьте начеку. Мало ли кто сюда сунется. Есть, сэр. Так, не смейте открывать двери. Есть, сэр. Это место надо охранять, как сам Банк Англии. Так и сделаем, сэр. Сундук нашел. Watch out! Так, вот их четверо. Шейм. Строим. Эй, тупица! Сбучку. Ага! Это с собой решает. Фальшивые купюры. Он не где-то там. Да что ж ты не лезешь? Я понял. Иди сюда. Привет. Привет, ребятульки. Это купюра или сток сена? Это сток сена. Трудно было заполучить клише. Вот. Вовсе нет. Там был хаос, и мы просто вошли. Вас не остановили? Угу. Ладушки. Нет, на нас даже не взглянули. Кто-то решил меня обхитрить, что ли? Да. Не надо меня провоцировать. Не обижайся. Извини. Ты мне мешала. Украсть это одно, надо еще сжечь. Пока не краду, значит, иду. Жгет! Жгут! Иду жечь. Здесь ее нет. А что, мне убийство за укрытие уже не считает? Вот купюры фальшивые. Вот, денежка. Вот так вот. Хорошо, хорошо. А теперь вернуть обратно в банк. Да, в банк еще надо добраться. Пустите горожан в банк. Как мне их пустить в банк? Моя карета. Молодец. Тихо. Реально очень быстро хорошо ездит. Но получай! На. Догоняю еще раз. Вперед. Не догоняю. Пустите горожан в банк.
как мне впустили банк? Никто не войдет, пока я не разрешу. Вот банк. Где-то я ее видел. Я читал газеты. Стране скоро конец. Такой девушке не нужно лезть в неприятности. Вы за все ответите. Занимайтесь вышивкой. Пустите, мне нужно знать. Ответьте нам. А, мне надо еще вернуть их телефон. Где золото? Покажите! Здесь посторонние! Я не уйду, пока мне не ответят. Сюда нельзя! Как нельзя? Не нужно так кричать! Леди и джентльмены, успокойтесь! Взломано. Скажите, что здесь не в порядке. Сохраняйте спокойствие. Не нужно так кричать. Нельзя сюда входить. Что ты здесь делаешь? Целюсь в нее! Успокойся! Напрыгай уже! Она здесь! Она на прицеле! Бегите сколько угодно, мисс! Вам не уйти! Я пришел вернуть им деньги, они на меня еще... Вот, будто всегда тут лежали. Недовольны. Так, выбритесь из банка. Ну, здесь просто. Просто выбегай, вот. Будто меня здесь не было. Сюда кто-то пройди! Ах ты! Куда я выбрался? Поговорите за Брайаном. Я так и думал. Ну что же, Брайан? Итак, газета Лондона пишет, что это была уловка. Бунты стихли. Банку Англии снова доверяют. Наконец-то я смогу отдохнуть. За 5 минут. Газета написала. Мисс Фрай, огромное вам спасибо. Я рада, что все закончилось хорошо, сержант. Хотя благодарить меня должен Джейкоб. Так, куда дальше? Поезд. Вот сюда. А вот еще для Ивы задание. Нахуй мне куры, если я, наверное, пользуюсь. Какие куры? Скилл качается? Не, я шаман. Что он говорит, качает прыск. А, кура, да. Не знаю. Та в курицу превращает. А, наша кекс? Раз... Да. Ты раста типа? Да. Ты куру не качаешь? Не. Ты что? Ты что, гонишь? Не. Ты дурак? Не. Як не? Та, походу. Нахуй вона мне? Як нахер хекс? Бесплатный причем. Вообще на перших новинах раз качается нужды. Не, вот привязочка, вот да, это ну, самое. Ну ты гонишь, розумієш? Не, як ніякда. Немає ніякого білда, щоб кура не качалася, щоб хекс не качався.
Чей, ульт майже не качає. Ні, ну, да, ні, ну якби ще ульт не качав. Але міг не качати. Ти б казав, ні, нашу. Ну, коли ти мене зміняє зі мною. Кура, мабуть, я готовий. Нафиг мені той об'єкт. Трансвест. Та Зевс у всіх стіли, тільки що та бачив, відразу ульти вас так валить, що ти би сказав, що я вообще не стілю. Я ж вообще та й не стілю. Короче, на поиски частиці Едема. Скажите еще раз, какова наша цель? Среди бумаг Люси Торн я нашел письмо принца-консорта. Там тот же знак, что и на вашем ключе. Письмо 47-го года. 47-го? В том же году принц стал реконструировать Букингемский дворец. Хранилище для плащаницы. Но поскольку на карте почему-то нет подписи «Тайное хранилище». Ваше высочество, это мисс Иви Фрай. Мисс Фрай, Махараджа Далип Синг. Это честь для меня. Генри, нужные вам планы уже забрали. Забрали? Но кто? Акцент был малый, не мог указать. Нужные нам планы забрали. Я знал, что вам знакомо это имя. Вернуть их можно, но там много охраны. С этим проблем не будет. Ну и что делать? Пришли все и погибли все. Я так и думал. Нужные нам планы и забрали. Нам нужен план. Я постараюсь отвлечь стражу, а вы проберетесь внутрь. Да? О. Ради вас, Иви. Безусловно. Что ж, я найду того, кто знает, где хранятся бумаги. И встретимся в поезде. Конечно, в поезде. Осторожней. Так, каковы цели? Поручите Генри отвлечь внимание противника два раза. Вот. Как мне ему поручать? Вот. Этого я сам уберу. С прыжка даже. С канапа. Так, дальше. Вот этого тоже могу. Возможно. Спрыгнул. Могу прицелиться. Вот. Оттуда. Вы там не прячетесь! Еще одного. Еще одного бы хотелось тросика убить. Ща-ща. Вылезу.
Що всі пішли і що вам давати, браття, нахуй. Всі ж подохли, бачиш. Взяв собі підрив. Ну що, браття? Взяв з підриву, сука. Ладно, блин. Стросов. Не засчитала, что стросов? Вот двойное убийство с прыжка. Ног с неба. Ног с неба. А с тобой надо еще переговорить. Каков план? Даете сигнал, я отвлекаю стражников, кидаю дымовую бомбу и скрываюсь. И пока они заняты, в дело вступаю я. Начнем? Я справлюсь. Распочнем. Р1 отвлечь. Навіжка бочки, один. Чи вижу? Ща мені би ще этих. А, мені двойне обійця вже нафіг не надо. Я могу привести. Здесь это чёрт! Это кто такая? Я целый день мечтал из кого-нибудь как пивную сделать. Надо сломать этот холод. Помогите, посторонний! Не они. Так, дальше. Вот там еще есть. Сейчас ты мне еще здесь поможешь. А здесь кого отвлекать? Да отвлекай их и все. Сейчас колокол может уничтожим. Отвлекай его. Я вот этого с воздуха. Сейчас я тебе задам! Ты у меня замолчишь! Я иду за тобой! Давай колокол. Так, где документы? Вот здесь. Теперь можно документами заняться. Нужно, да. Следует. Так. Нет окон, нет дверей. Полна горница людей. Редиска. Не, ну ответ на загадку редиска. А что? Дыня. Я... Какая дыня? Проверю, что это там за шум. Без векон, без дверей, полно. Так, тут у нас что? Вы кто такие? Это же мы игрочата.
Так, наверху или внизу? Не-не-не, где ящик с документами? Вот в этом здании был. Вот. Вот и колокол еще один. Но здесь нету, как всегда. Ничего. О, нихуя же. Подвижуйся. Власть опиума. Давай я выйду. Так, где третья точка? Откуда это взялось? О, вот я слепой. Ребятки. Ох, ты меня заметила, я тебя не... Разберитесь! Это же просто пиво. Вы не сбежите, мисс! Вот она! Да нет, она не... у меня на мушке! Я поймаю тебя! Готов стрелять! У нас посторонний! Вот. Тебя не заметил. Ты сможешь блок группу открыть. Надо нет. Ли... Видно, все же придется спросить. Рашти хекс кричать. Вот она! Как похитить? Похитите одного из тамплиеров. Да вот же она! Ну его сначала не знаю. Вырубай, наверное. Где бутылка пива? Интересно, вот он. Вот там внизу. Наверное, с другой стороны. Ну, где тамплиер? Вот там какие-то желтые. Сейчас проверим, они ли они. Так, бутылочку я взял. Что там приорано? Ну это вряд ли тамплиера. Кто это такие? Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Ты вот на моих ребят похоже, на меня не было. Вы не тамплиера, значит вы умрете. Иди к черту! Это не засчитало как из-за укрытия. Так. Вот.
или тамплиер? Полиция, да. Так. Да мне кажется, что это вообще не здесь. Ты знаешь, когда кажется, креститься нужно. Нет. Я все-таки здесь. Я не вижу. Может, он стоит. Наверное, в этой спальне. Не вижу ухода у него. Блин, ты тамплиер вряд ли. Ладно, зайду посмотрю, вдруг тамплиер. Да, тамплиер. Вроде. Клянусь вам, мисс, я не знаю, где он теперь. Что за он? Человек вроде вас. Стража его увела. Генри, украденные планы, где они? Я вправду ничего не знаю. Планы, задача. Так, 100 метров вот там. Сейчас я найду, не переживай. Держись, Раджаш. Ну, сиделка, блядь. Нахуй ты мобил мой. Он у них, мисс. Он у них. Где они? Эй, вы же дети Клары. Мистер Генри схвачен. Мы не справились. На одного я укусил. Они были в красном экипаже. Но они рядом. Одно колесо держалось на честном слове. Вон, даже по следам видно. Так и найдете. Они ехали. Сейчас тут немножко тарактированы, да? Завратка, что же, две кареты? Вылетела с дороги. Они гнали во всю прыть. Еще одна осталась. Блин, угоню я вас. Подожди, я хочу угнать. Что за чёрт? С дороги! Но! И даже людей сбивали.
Вот так вот. И ломали имущество города. Да, я на верном пути. Так и надо. Вот так. Тот самый экипаж. Нашла. Теперь за Генри. Ненавижу вас! Не дадим пощады! Вот она! Насчет экипажа ничего не скажу, но сегодня тут творились странные вещи. Шныряли всякие подозрительные типы. И все с оружием. Не к добру это, не к добру. Как же я ошибся? Обувка. Не дадим ей! Почему? Please, please, relive. Бейте ее сзади! Разберите его! Господи Иисусе! Разведись! Она падет от моей пули! Не думай, что я до тебя не доберусь! Не берется, ты не видишь. Так, убить стражников. Бочками. Я бочек не вижу. Да, когда колесо отвалилось из экипажа, кого-то вытащили. Сказали, головой ударился. Они зачем-то отправились с ним в церковь. Да, твой снайпер. А где бочки? Тревога! Предводительница грачей в этом районе! Она... Чужие! Вы не сбежите, мисс. Готовы? На счет три! Сдавайся! Да вот же она! Вижу цель! Готов стрелять! Вы не сбежитесь! Все, ей конец! Ну нету висячих бочек. Нет, ну где я их возьму? Вот. Могу прыгнуть Вера. Отсюда его зарезать. Вот еще одного могу. Пойду посмотрю, что там за звук. Здесь больше никого нет. Я зап... Могу поклясться, что запирал их. Они же были закрыты. Видно, опять эти чертовы сорванцы.
солнце, это, конечно, хорошо. Но где бочки? Где бочки? Где они? Не, это с вами куда хаты, нахуй. Мне бабла не вистачает. А, у нас посетитель! Вы подрешите! Тут есть бочка или что? Нет, нет. Откуда она тут? Понимаю. Не сработало. Эта игра начинает глючить. Теперь его задушил. Так, налево или направо? Налево. Извини. Я не хотел. Я не хотел. Приходим в себя. А не вот бочки, наконец-то. Он вряд ли быстро очнется. Надеюсь, он не тронулся умом. Так он же ассасин. Они и так чёрнутые. Ну, отлично. Генри. Смазал, да, можно было смазать. Генри, что с тобой? Иви, они отправили кого-то перепрятать планы. У вас их нет? Вы ранены? Нет. Идем. Я могу стражей убить бочками. А что они за что? Что насчет плана? Выстрел в голову? Утеряны. Думайте о том, как нам сбежать. Вряд ли это сразу с бочкой. Здесь эта чертова девица Фрай. У нас посторонний!
Да убегаем отсюда. Зачем вы? Наверху стрелки! Где стрелки? Вот вижу стрелка. Я тоже стрелок. Что это здесь? Вижу внизу стрелку. Вот радость-то. Сдохла, тварь на ну, ну, отлично. Как дела? Конечно. Сегодня я готов к любым передрягам. Я без Генри скрылся бы раньше. Покажитесь, мисс Найтингейл. А мне надо найти хранилище раньше Старика. Поговорим с Махараджей. Нет, к Махараджи пойду я, а вам осмотрят голову. Извините, похоже, я разрушил ваши планы. В поезде вам ничто не грозит. Вам не войти во дворец, даже если вы найдете это хранилище. Я буду не одна. До встречи в поезде, мистер Грин. Поезд. Где поезд? Блин, где поезд? Где блядский поезд? Где Джек Потрошитель?
поезд делся. Вот он. Кажется, письмо для Джейкоба. Да я знаю, что письмо. Как его прочитать? Ну, пошла. Не стоит ли тебе немного приодеться? Давай, вперед. Я тут немножко денег подкопил. Может, в банк положить? Генри что-то хмурый. Поссорились? Не могу поверить. Наше убежище в поезде. Невероятная идея. Так, куда нам дальше? Ну, 4. Смысле добавить. Я ж качал откуда-то джек-потрошитель. Дополнение Джек Потрошитель. На иншем, походу, было, да? Не знаю. Соцпарк тут был вроде. Як так? Вот отсюда. А це Соцпарк, а це Номен Скай. А, нахитрено получается. А вот сезон пасть.